Здорово, народ! Вот как будто еще вчера я радовался, что на канале плюс 100-500 4 миллиона подписчиков. Но это время в прошлом, потому что теперь у нас больше 5 миллионов! Ну что ж, спасибо всем огромное! Спасибо всем, кто приходит сюда и подписывается. Спасибо всем, кто остается с нами. В общем, собирайте всех своих знакомых, которые еще не подписаны, и подписывайте их. В общем, спасибо вам гигантское, и ждем шестерочку. Я тут себе черточку маркером ебанул, чтобы вы на нее весь эпизод отвлекались. Короче, неважно. Я думаю, вы помните вот это интервью. В этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже, здесь наши полномочия, все, окончено. Видимо, в этом отделении сменилось руководство и решило пойти по стопам своих предшественников. Потому что, ну вы просто посмотрите на это. Здравствуйте, за прошедшие, блядь, фу, ёб твою мать. Язык не поворачивается нахуй. Давай. Можно? Здравствуйте, за прошедшую... Да я ее нахуй, честно сказать, ебал я в рот, блядь. Только этот мужик немного по-другому сделал. В отличие от предыдущего, он тупо забил на интервью и не стал нести всякую бессвязную хуету. Хотя в итоге у него получилось так же смешно. Неужели то, что он хотел сказать, настолько не имело смысла, что он сделал так? Да я ее нахуй, честно сказать, ебал я в рот, блядь. Или может дело так было? Здравствуйте, а вы не могли бы дать нам коротенькое интервью? Да, конечно, только дайте я сперва по-быстрому в туалет сбегаю. А может прямо сейчас мы вас надолго не задержим? Ладно, давайте. Можно? Здравствуйте, за прошедшую... Да я ее нахуй, честно сказать, ебал я в рот, блядь. Видимо, он не только по-маленькому в туалет хотел, раз так сильно разнервничался. Видите, как он на ту дверь оборачивается? Наверное, за ней находится заветный источник его облегчения. А представляете, если бы телевизионщики не парились и вставляли такие версии интервью в эфир? На протяжении этой недели озабоченная пенсионерка показывала прохожим на улице свой статус ВКонтакте и грудь. Вот что по этому поводу говорит глава местного отделения полиции. Да я ее нахуй, честно сказать, ебал я в рот, блядь. По-моему, этому мужику нужно просто терпением запастись. Вот если бы у меня его не было, то самый первый эпизод плюс 100-500 никогда бы не увидел свет. Ну что, снимаем? Да. Здорово, а вот это видео попавший нер... Блядь, ёб твою мать. Ах, сука. Давай. Что, можем? Да. Здорово, а вот это видео попавший нер... Да, блядь, в пизду, короче, нахуй. Забей, врубай. Ребята, это пиздец! Я давно такого не видел. Мне постоянно попадаются разные клипы, которые снимают школьники. В большинстве своем они весьма убогие и неоригинальные. Но вот это реально шедевр. Сразу говорю, минус так себе, смысл тоже хромает, но вот исполнение... Исполнение — это то, что вытягивает весь клип. Я такого стайла еще ни у кого не слышал. Раз, два, три, и жизнь пролетит перед глазами. Вот недавно тебе было 6-7 лет, а теперь же ты взрослый, очень взрослый, только девушки на уме. Ни учеба, ничего у тебя в голове. Еще недавно ты ходил с родителями под ручку, а теперь уже с девушками вечера вместе поцелуем. Не думаешь о прошлом. Так, народ, я все понимаю, поэтому делаю небольшую остановку. Я думаю, нам всем нужно время, чтобы как следует над этим поохуевать. Блять, как же это охуенно. Я просто обожаю вот эти ее намеки на флоу. Еще недавно ты ходил с родителями под ручку. Вот это ускорение, вот это я понимаю. У меня такое ощущение, будто ее закрыли в комнате, дали ей листок с текстом, который она никогда не видела, врубили ей минус, который она никогда не слышала, и заставили записать эту песню с первого дубля. Это единственное разумное объяснение, почему она так читает. Вспомни мороженое вместе с родителями. Когда тебе было 6-7 лет, ты думала о любви к родителям, тебя заставляли учиться, ты был отличником и послушным мальчиком. Блять, да что за хуйня? Почему она периодически ускоряется, как будто кто-то нажимает кнопку перемотки вперед? Вспомни мороженое вместе с родителями. Когда тебе было 6-7 лет, ты думала о любви к родителям, тебя заставляли учиться, ты был отличником и послушным мальчиком. Ладно, ребят, мне уже становится тяжеловато это смотреть, поэтому давайте заценим еще один кусок и все. Родители не успели оглянуться, а ты уже совсем взрослый, а волнуются, ругаясь за то, что плохо учишься, ты на это не обращаешь внимания. Вы обратили внимание на ее тяжелое дыхание? Не успели оглянуться, а ты уже совсем взрослый. Видимо, перед тем, как запереть ее в комнате, издеватели заставили пробежать ее 15-километровый кросс. Бедняжка. В общем, вот что я в заключение скажу. Ебать, как я рад, что у меня в детстве камеры не было. Тяга учеников к знанию того или иного предмета по большей части зависит от преподавателя. И я думаю, подопечные вот этого учителя теперь шарят физики не хуже Эйнштейна. Так, все готовы. Такие 20 тысяч человек. 3-4. Ой. Владик, давай, мы тебя все надержим. Виктор Петрович, пошли.
удержались. Вот что я называю. А, блядь, че уебался. А после этого происшествия по школе пошли слухи, и в них все было совсем по-другому. Слышь, прикинь, наш физик вообще безбашенный чувак. Он вчера выпил огромную пробирку водки, спрыгнул со стола и пробил головой стену. Не, ну а вообще уважуха преподу. Он хотя бы горит огнем просвещения, интересно проводит занятия и ставит опыты. В отличие от других учителей, которые тупо заставляют учебник конспектировать. Славься, наш физик! Ура! 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 Можно, кстати, еще представить, что он на какой-то вечеринке. И типа он один из тех чуваков, который вечно что-то утворяет. Прыгай! 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 Мне очень нравится вот это предупреждение. Она бы, блядь, ему это еще завтра сказала. Короче, не парьтесь насчет препода. Все нормально с ним. Он даже в конце вот эту фразу сказал. Удержались. Я думаю, вы помните старую добрую фразу «Охуенная пати, блядь». Так вот, следующее видео — это некая эволюция данной фразы. В общем, если вы находитесь на вечеринке среди людей, которые не переносят ненормативную лексику, вы всегда можете сказать вот это. Ну ты такой крутой, тусэм, то что я не могла его пропустить. Она просто шикарная, нету в московских клубах. Отдыхает оселятина. Просто очень крутое тусе. Просто очень крутое тусе. Хотя я думаю, среди этих людей лучше было бы матом сказать, чем вот так, как она. Ну ты такой крутое тусе. Блять, тусе. Вот это словечко. Я прям очень хочу, чтобы оно вошло в лексикон настоящих тусевщиков. Чтобы они приезжали в клубы и говорили. Очень крутое тусе. Мне так нравится вот эта пауза после первой фразы. Ну ты такой крутое тусе. Что я не могла его пропустить. Она просто шикарная. Нету в московских клубах. Отдыхает оселятина. Просто очень крутое тусе. Фух, я думал, она никогда не продолжит. Блин, она так соблазнительно рассказывает об этом тусе, что даже у меня появляется желание сходить туда. Я вот, например, клубы вообще на дух не переношу, но из-за нее во мне проснулся дух настоящего тусевщика. Ладно, хуйню несу, такое вряд ли когда будет. Ну уж точно этого не произойдет, пока на тусе ходит она. Ну ты такой крутой тусе. В общем, ребят, удачи вам, чтобы у вас всегда все было хорошо и жизнь была как... Очень крутое тусе. Ребят, я хочу показать вам трейлер одного фильма, название которого, в принципе, не требует представления, потому что его и так все знают. Ладно, это Need for Speed, Жажда скорости, и смотрите трейлер, короче. Они отняли у меня все. Во мне нет страха, ибо ты со мной. Все, кто презирал меня, устыдятся и опозорены будут. Те, кто шел на меня войной, сгинут. Я обрету силу, высшую цель. И я добьюсь триумфа. Блять, да там же сам Аарон Пол снимается, по-любому надо идти. И главное, сразу гоните в кино, потому что у нас в прокате фильм с 13 марта, а в Америке только с 14, так что давайте будем первыми. Ребят, пока у меня достаточное количество интересных твитов не набралось, поэтому продолжайте мне писать вот сюда, в мой твиттер. Вот, и в дальнейшем, скоро, я думаю, что-нибудь я зачитаю. В общем, заходите на сайт Карамбы, там каждый четверг выходят эксклюзивные эпизоды плюс 100-500, и, в общем, там смотреть можно их, кнопочку нажимаешь, в принципе, и все. Ставьте палец вверх и подписывайтесь на новые видео, и тогда каждое ваше тусе будет самое крутое тусе! Это был плюс 100-500, меня зовут Максим, пока! Главные события и новости за прошедшие... 10-летний мальчик, севший за руль и разбивший машину родителей, заявил полиции, что он карлик и забыл водительские права дома. Столичные следственные изоляторы переполнены на четверть выше нормы. Это связано с ростом миграции.
Здорово, народ! Блядь! Раз, два, три, четыре... Тебе все 6-7 лет! Перемотка вперед включает как будто, блядь. Ты с родителями, Федорович? Ра-ка-ка-ка-ка-ка-ка! Наверное, за ней, блядь. На ее нахуй. Сука, давай заново. Ей нахуй, блядь! Честно сказать, блядь, пизду, блядь. Ребят, это пиздец, да. Ребят, да-да-да-да-да. Версия для телека. Блин, как же это охуй. Она бы, блядь. Охуенная пати, блядь. Потому что теперь у нас 5 миллионов. Нет,